Ну, вы поняли, да? Да-да. Бежим, берем? Нет, там кто-то стреляется, это вообще не я. Запрыгиваю первый туалет. Открывает. Он. В коридоре наши есть? Я в коридоре. Одного убил. Кто втор сел ябы? Я. Захожу в туалет. Уберу. Я на второй вернул. Ты убил? Одного, да. Второго убил. Я на мусорку иду. Это решало. Блин, дай решало, или тебе надо? Я тоже. Нет, сам он мне не нужен, только охранники. Иди, убивай его. Охранников я наубивал. Пристрой, второй этаж. Против центра, короче. Нет. Один, где включать электричество, второй вот тут, когда ты пошел. Да, у ГЭСа один. А, у ГЭСа еще один. Куда я туда пошел? Тихо. Ходит тут. Где? Где-то у нас. А там вот, куда я смотрю. Двое. Это не вот. Дверь открыл. Их двое, и они напротив нас, в соседнем. И это были не боты. Боты стоят дальше. А все, слушай, двигают как бот, может, и боты. Сука, ну серьезно, оружие залагало. О! Это же охуенная игра. Убили? Нет, я живой. Просто у меня оружие, вон, висит, блядь, на поясе. Я побежал перезаходить, убил чувака и не залагало оружие. Бегает. Yeah. Это бот, по-моему, по центру. Остановился как бот. И побежал в другую сторону. Это бот. Ты? Да, я. Он будет заходить и через центр, так что можно к центру пойти, чтобы зашить раны и... Ну, или для шанса. Можно и воли тогда сходить за БТ. Ой, не воли, а в идее. Бам-бам-бам. По-моему, дальше после квеста мне будет одни доки забирать, я начну собирать его. Да, теперь доки с маршрутом груза. Шапки, ушанки, шляпы я сразу отдал. Все, я взял. Тихо. Нет! Откуда? Напротив кипы. Понял. Понял. Вы брутали, да, в этом? Да. Прям под ногами у него взорвалось. Что? Так это этот, хило, бля. Я же сказал хило. Понял, я убил его. Ты его подорвал. Ну, блин. Я тут у тебя. Ну шо, блин. Он меня стреляет, я его гранатами закидал. Прямо, да? Я по нему стреляю, а он его берет и подрывает. Ко мне! Сзади! Убил! Живы все? Вовремя, да. Я успела. Вот эм. Просто без звука. Как он сюда подкрался, бля? На капсе шел, что ли, всю дорогу? Да, походу, да. Да так темно, блин, еще люди на капсе ползают. Фанаты.
не расслаблялись люди. Или что такое? Подобное? Такое, а что там? Маршрутки. Так, шапка сюда, рюкзак все. Рюкзак отдаем. Якс. Черки. Памс. Памс. Присадки. Памс. Сколько я квестов уже сдал, чат? Капец, прям. Дефики отдаем. Идите, нормально квесты идут. Так, разгрузки Блэк-Роки. Бам. Он влево бежит по полю, прям по опену. На 11 от нас. Работаем, я же не знаю. Слева идет. Блин, идет к этому, к открытому. И потерял его. Мьёльнир, беги. Не понял откуда. Сверху. Минус, по-моему, должен быть. На гранате. На холмике там. Мьёльнир, это... Я влево дам немного. Пошла. Пошли. Труп. Это не Мьёльнир, это СР-ка, да? Вышло. Да. Подожди, СТМ-ка. Там СТМ-ка искать. Почему СТМ, блядь? Это... Похоже, нет? Да, это СТМ-ка, видимо, была. СТМ-ка, показалось. Это она очень громкая, для девятки, пипец. Да-да. Три ЧВК из СВДшки. Можно на завод сходить со СВДшки, в принципе, ЧВК там пощелкать. Где-то он сейчас перезарядился, где-то вот здесь как будто бы. А, он на этой фигне сверху стоит, я понял. Он сверху сидит, да, я так понимаю, или чё? Это босс. Жалко, квеста на него у меня нету пока что. Чел, ну давай, что ты там?
Ну ты все, блин. Стоишь, прятаешься, 30 уровень. Россия. Так это читак. Я теперь понял, что он прыгает, блядь. Ага. Пошел нахер, бля. И этого через стеночку. Видели, бля? Ну, один точно читак. А второй просто какой-то додик. 40-й левел, бля. Ну, конечно. Голый. Зато сумочку взял, да? Чтобы в рейдик пойти, да? Да. Да-да-да. Вот 14-й. Сразу мне всю голову расстрелял, ксюхи. Зачем еще как-то играть по-другому, если ты голый, с КСУ стреляешь в голову, правда? Одна латынь спас, бля. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.